В понедельник, 8 августа, в преддверии товарищеского матча против сербов, сборная России по традиции разместилась в одном из центральных отелей города. Одними из первых направились к месту назначения братья Березуцкие. Сегодня они приехали по отдельности. Незаметно прошмыгнул Юрий Жирков, который перешел в Анжи не за деньги. Впрочем, партнеры по сборной его хорошо понимают. Много в прессе обсуждений сейчас про него, да? Вот. Но я просто считаю, что человек уже поиграл достаточно, и он сам вправе принимать решение. Если он решил так, значит, это его выбор. Я его только могу поддержать в этом. Те, кто приехал пораньше, успели отправиться на прогулку. Торбинский и Павлюченко путешествовали по городу в плотном кольце болельщиков и журналистов. В автографе и фотографии никому отказано не было. Для Павлюченко даже устроили фотосессию на фоне Кремля. Не отставали репортеры от Шишкина и Глушакова. Игроки «Локомотива» были в прекрасном расположении духа. С таким настроением футболисты обещают выйти на матч против Сербии. Я думаю, что пора уже выиграть в матчах, несмотря на то, что Сербия хороший соперник. Все-таки будем играть дома, да, и на хорошем стадионе при своих болельщиках. Так что, я думаю, должны выиграть. Завтра в Москве пройдет пресс-конференция главного тренера национальной команды «Дика Адвоката». А затем команда отправится на предыгровую тренировку. Болельщики и журналисты смогут посмотреть целых 15 минут этого захватывающего действия. Матч против сборной Сербии состоится в среду вечером перед поединками Англия-Голландия, Германия-Бразилия и Испания-Италия.